Владимир Владимирович Путин и глава республики Владислав Товарищевич-Ковалик особое внимание уделяют здоровью населения, здоровью нации и здоровью подрастающего поколения. И занятие спортом – это для нас должно быть хорошим, самым важным хобби. И сегодня вам, баскетболистам, посчастливилось показать себя, посмотреть на друзей, на других игроков. Уважаемые друзья, я еще раз от имени руководства республики, главы республики Владислава Товарищевича Ковалыга, от имени парламента и правительства еще раз поблагодарим наших тренировок, участников и вас поздравляем сегодня с праздником, с вашими победами. Дальний путь к победам!